На перекрестке в Южном микрорайоне произошло очередное ДТП, в котором оказались ранены 3 человека. Пересечение улиц Суворова и Малиновского на протяжении этого года борется за пальму первенства по количеству столкновений с другими, самыми аварийными местами и пока не отстает от них. На этот раз жертвами заколдованного места стали водители двух «Тойот» – «Марк 2» и «Эстимы». Правда, сверхъестественные силы были ни при чем. Ошибку совершил один из водителей, но кто, было непонятно. К врачам пришлось обратиться молодым людям, ехавшим в седане, и женщине-пассажиру из минивэна. Осмотрев пациентов, врачи пришли к выводу, что в поездке в больницу никакой необходимости нет. Ушибы и ссадины пострадавшие смогут успешно залечить дома. Инспекторы тем временем пытались выяснить, кто из участников пренебрег правилами дорожного движения. Водители сходились только в направлении движения. Эстима под управлением 63-летнего шофера ехала со стороны проспекта. Мужчина собирался свернуть на Малиновского и высадить попутчицу. Молодой водитель «Марк 2» ехал навстречу прямо. Расходились показания в ключевом моменте – сигнале светофора. С точки зрения более юного автолюбителя, преимущество было за ним. Не убедившись в том, что едет человек по встречной полосе, он начал маневр. То есть поворот налево. Шофера с 40-летним стажем такая самоуверенность поражала. Как опытный водитель, он придерживался правил и причину всех бед видел в торопливости и невнимательности юноши. По моей версии, он не соблюдал свою скорость и не смотрел на светофор свой. Спустя полчаса после аварии нашелся человек, который выступил на стороне старшего водителя. Мужчина видел аварию, но задерживаться не мог, поэтому вернулся, как только закончил свои дела. Проморгал желтый, загорается красный. Оттуда летит вот эта машина. Он поворачивает, а тот не останавливается. И все, и удар. Автомобилиста полицейские записали в качестве свидетеля. Детально разбирать мнение сторон будут дознаватели. С места происшествия Ольга Кошелева и Александр Савчук.